МКС. Как же тебе тяжко удержаться в кадре. Ну потом как-то на том кадре можно будет попробовать. Ну, 27 тысяч километров в час, ребята. Шпарит эта штука надо мной. Попробую поймать. Четыреста километров над землей. Вон другой ракурс, ты видишь? Ну лучше, что я могу делать, что ты. Ну что-то в кадр попадает, я ж. Осталось только убедиться, что запись включена. Уже ниже горизонта. Не так резво через кадр перемещается благодаря этому. То 150 он что ли метров. А, все, он уже в тень земли ушел. Ладно, давайте тогда задним разом по-скоренькому посмотрим на Юпитер. Луна еще не взошла. Ну, к сожалению, облачность все-таки есть, поэтому это, наверное, лучшее, что я сейчас сделаю. Полоса экваториальная я вижу, вы не знаю, видите, нет, спутник один вижу, а второй, по-моему, прямо лежит. Да, но это облака явно размывает. Ну тогда Сатурн даже не буду пытаться. Так, 30 ноября 2023 года, Запорожская область.